Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Brawl Stars. И давайте выберем, знаешь кого? Кого бы выбрать мне? Какого-нибудь бойца, который давно не играл? Кольта. Слушай, Кольтик. Кольтик, мы тебе можем... А, бойцов нет. Блин. Ладно, поехали в парное озеро. Играем. Сейчас посмотрим, с кем я буду играть. Оу, микс, милкс какой-то. Микс или милкс. Так, по здоровью у меня 3,5. А ты чё не стреляешь, алло? Ты куда убежала? Блин. Сейчас его убьют и все. А, ну вот напарник. Какой-то напарник странный попался. Я не понимаю этого напарника. Вау, валим оттуда, валим. Так, через 4 секунды напарник появится. Так ты гад! Нать, получай. Ух, я еще живой. Это хорошо. Так, вот этого надо гада забить как-то. Убить. На! Ах ты, я все патроны свои выкинул. И он меня убивает в конце. Да как такое возможно? Что за напарник такой у меня? Ты чё, вообще не умеешь играть, а? Или чё, я не понял. Микс, микс какой-то. Блин. Турельку свою поставил куда-то. Ой, ладно. Я не знаю, я не даю, конечно, 100%, что мы выиграем. Ну попробуем. О, бригада. На тебе, гад, вонючий. Блин, ты видел, да ё-моё. Я в него стрелял, короче. Ну не получилось. Не получилось, конечно. Ну блин. Да ё-моё, ладно. Играть снова хочет. Ну ладно, поехали. Ой, напарник, конечно. Ё-моё. Такс. Надо сундуки сразу открывать. А напарник куда-то бежит, непонятно куда. Вот еще один сундук. А, нет, он уже занят. Вот еще, смотри. Есть. Блин, да напарник уже умер. Да ё-моё. Какого лешего? Ладно, подождем напарника. Иди нафиг от меня. Смотри, что он творит, а? Окружили демоны меня. Напарник появился. Ну, он у меня сейчас завалится. Убегай туда, давай. Да не спрячься где-нибудь и меня жди. 6 секунд остается. Ё-моё. Вот, я появился. Я сейчас отомстю. Блин, он убил его. Он его убил. Да иди нафиг, я тебя сейчас убью. Я его реально хочу убить. Есть, наконец-то убил. На, тебе вонючий случай, тоже убил тебя. Фу. Наконец-то все, я... Начинаю потихонечку вспоминать Бравл Старс. Блин, бомбы стояли. Ах ты чё. Давай, собирай банки. Убегай оттуда. Убегай. Нет. Блин, какие-то бравлеры новые появились. Ё-моё, вообще, где старые бравлеры все? Какие-то все странные бравлеры. Новые. И хочет играть снова. Ну давай, без проблем. Блин, такой напарник. Ха-ха-ха. Ну ладно, будем. Поиграем. Сейчас может научиться. Как играть. Поехали. Нам нужен сундуки. Вот сундучок, вижу. Вот и ушел куда? Куда ты ушел? Че, убили? Блин, я говорю, какой-то странный напарник. Его убили. Так, ждем здесь, короче, 5 секунд. Ну и банки надо собирать, ё-моё. Иди нафиг, орел отсюда. Курица, петух, блин. Давай его. Есть. Петушка этого убили. Хорошо. Отвали. Все. Сейчас мы его заколбасим. Иди сюда. Леончик. Смотри, спрятался. Давай, ты туда, ты наверх, а я вниз.
Ах ты, убил его, и он меня убил, прикинь. Давай, 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 давай. Молодец, молодец, молодец. Стреляй же, стреляй, ты чё? Ты... А ты чё назад идёшь и не стреляешь-то назад? Ё-моё. Микс. Ух, ладно. Сейчас подождем, будет Микс играть со мной или нет. О боже, вообще, ну как так-то, а? Давай дальше. Дальше играем. О, Микс. Микс решил все-таки со мной играть дальше. Ладно. Че, сундуков-то нету? Вот этого убиваем. Есть, смотри, мы его убили. У него баночка была уже. Или банка, она, по идее, сама появляется. Там. Блин, у меня нету чем стрелять. Ну, давай, давай, давай. Опа, есть один. Две баночки уже. Так, ты куда там пошел? Ждем. Да где все-то? Ох, нифига, сколько банок было. Алло. На тебе, вонючий случай. Убил меня. Четвертое место. Слушай, надо мне другого искать напарника, потому что я так сейчас буду... А, да, терять кубки. Чё там? Опа, 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 опа. Что тут? Большой ящик. Давай, открываем большой ящик, посмотрим, что там лежит. А там ничего, динамайк, кольт. Ничего интересного. Ладненько. Что еще взять? Ничего тут нету. Эх, играем дальше. С кем-нибудь сейчас поиграем. Опа. Нифига, два кольта, прикинь. Кольтики, кольтики. Два кольта. Это уже хорошо. У него, смотри, у него здоровье больше, чем у меня. Почему? Почему так несправедливо? Так, вот еще сундук. Алло, тут розочка бежит. Да ты куда ушел, гад? Он там вообще пошел собирать. Ё-моё. Ладно, подождем. Хелил. Хелив. Хелил. Хелил зовут. Вроде бы он умеет играть, слушай. Сейчас посмотрим. Но у меня и здоровье меньше стало. Ах ты, ё-моё. Собирай, собирай. Хорош, хорош. Хорош, хорош, хорош. Ну давай. Какая тактика у нас? Все тут чисто. Где все, алло? Три команды осталось. Странно, никого нет. Куда... А, вон они бегают. Ё-моё, ты чё, ты не видишь, что ли? Вот он сидит, спрятался. Убил, убил, убил его. Блин, у меня здоровье уже. Нету здоровья нифига. А-а-а, Бул бежит. Ё-моё. Блин. Ну, что-то я его не смог догнать. Давай вместе. Опа, есть. Столкновение. Вот они, наши дурачки. Сейчас мы их убьем. А, вот это напарник. Слушай, ну вот красава. Красава просто. Офигенно. Вот это мне нравится. Слушай, если он будет со мной дальше играть, это будет здорово. Если возможно, конечно. Нет, выйти. Ну почему? Блин, выйти надо. Эх, давай, это... Что у нас тут еще? Магазин есть, подарок в магазине. Почему я это не видел сразу? Акции дня? Подарок? Какой подарок? Монетки? 18 монеток. Так, есть просто... Подожди, что здесь еще есть? А, можно что-нибудь купить. Ну, у меня этих монет... гемы же, да? А, кристаллы. Ну, гемы. Гемы или кристаллы. Один этаж. По-английски. Кристаллы, гемы. Так, что у нас тут? Подарок акции. Акции, подарок. Ну давай, подарок. Что за подарок? Новый значок. Какой значок еще? Разблокировано. Ну ладно. Что здесь еще есть? А, скины, смотри.
Опа, прикольный гвардеец Кольт. У меня такого не было, смотри. Офигеть, гвардеец. Да это же этот, типа японец, да? Япония, нет? Такая прическа, как японская. Можно его испытать, ну да ладно. Ну что ж, будем заканчивать серию, дорогие друзья. Если понравился ролик, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарий, передавай приветы. Всем пока-пока.